проходит ваша подготовка? Была недельная пауза. Подготовка хорошо проходит. Провели двухстороннюю игру. Делали какие-то выводы, двигаемся дальше. Анализируем соперника, готовимся к игре. Хорошая молодая команда, играет на контратакующий футбол и старается играть в футбол. Будем что-то поставлять им, предлагать свое. Ну, сам готов к последнему матчу? Естественно, всегда готов. Сломан был палец со смещением, очень неприятный такой момент. И получилось то, что вывалился на 6 недель, потом еще восстановление. Так вот получилось, что, можно сказать, 2 месяца выпал. Вообще согласишься с мнением, что «Энергетик» — это одна из самых непредсказуемых команд у нас в чемпионате? Могут и забить много, и в то же время пропустить. И... Ну, таких команд много в чемпионате нашем, но согласен с тобой. Интересно вообще играть против таких команд, как «Энергетик»? Сколько? Да, против всех команд интересно играть. Вернулся ты с молодежной сборной, отыграл 2 матча. Оба матча ты выходил в стартовом составе. Как вообще у тебя атмосфера играть против команд такого уровня, как Португалия, Исландия? Ну... Сильная команда, скажу честно, и очень тяжело было морально, физически, психологически. Вот. Они у нас техничные были, сильнее. Но если не смотреть на результат вообще, доволен тем, как ты играл? Да, доволен.